Стась. А? А у меня для тебя сюрприз. Какой? Ничего особенного, просто шуба. Ладно, оставлю вас наедине. Тут Илья повесил рядом со мной свой вонючий кухон. Можешь его убрать? Да-да-да, конечно. А лучше вообще сожги. Точно. Ну где же мы? Слушай, Лю, ты на эту шубу 3 свои зарплаты положил? Да, было дело. А можно потрогаю? Он ручимый. Нет! Но она же вся потная и жирная, я по швам трещу. Сучка! Бля, эту шубу давно пора продать. Да, чувак, ты мне еще брать расистую. Говорящее пиво! Прямо к серым пальто. Ребята, знакомьтесь, это мой новый парень. Привет. Мы просто обязаны все вместе сыграть в монополию. Да, да, да. Ну, мы обычно на интерес играем. Обожаю с ним играть, но еще разок можно. Слушай, а чем ты занимаешься? Котят вытрошу. Слышали, он любит котят. Ладно, вы тут общаетесь на дамскую комнату. И мне. И мне. Ребят, я могу нормально в туалет сходить? У меня сайгон, тебе не подходит. В смысле, ведь он классный. Классный? Ты что, слепая? Он уже по мне соскучился. А, все, ушел. И мы расстались, и вы милые. Да наконец-то, давно пора. Да он же псих. Он сумасшедший. Он ненормальный. Да нет, он Айкос курит. Люци, я скачал переводчик женского на человеческий. Ладно, давай попробуем. Давай. Соп! Да. Ой, там Илья пришел. Привет. Так рада тебя видеть. Что это тут делает? Еще 100 лет бы его не видела. Очень смешно. Сегодня без секса, мудак. Никита, что это за фигня? Ты, я не знаю, скачал типа какое-то приложение. Пиццу привезли. Ой, Стась, классная футболка, я себе такую же купила. Да? Ну, классно, будем вместе ходить, как подружки. Текай из города, Тоби, пизда. Ой, ты заколебал! Уже там взять задолбал! Твою мать. Я ненавижу! Как общаются новые подруги? Я захожу в этот магазин, там собаки, они мне так понравились. Распродажа, скидки, сумасшедшие. Как общаются старые подруги? Как общаются новые и старые друзья? Я волнуюсь! Эй, Мержан! Помоги! Подругу по вызову заказывали? Да, спасибо, что так быстро приехали. Так, цели у нас какие? Замуж и 10 айфон. Сначала айфон, потом замуж. Где объект? Там. Пошли. Илюш, знакомься, это моя дальняя подруга Марина. Ну, привет. А я думал, всех твоих подруг знаю. О, что там у нас сегодня? Барса играет. А Марина мне уже очень нравится. Знаю, что мне нравится. Мне нравится мой новый айфончик, который мне мой Кирюшка подарил. Что, просто так взял и подарил? А разве для этого нужен повод? Нормальный мужчина всегда дарит девушкам щедрые подарки. Но не все такие, к сожалению. Вот вы, Илья, такой. Ну, да. Конечно, такой. Я уверена, что он уже купил новый айфончик и ищет повод, чтобы его подарить. Знаешь, Стася, у меня реально для тебя сюрприз. Да. Завтра твой айфон привезут. Класс! Молодец! Молодец! Мужик! Илюш, ну бат! Алло, это гопник по вызову. Примите новый заказ. Привет! Привет! Че, как дела там на улице? Да нормально, весна. Весна? 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 Весна! Я нашел наши старые фото. Да я... Помнишь концерт Дентины? Хорошо, хорошо, идите. Марина! Ты помнишь нашу песню? Если спросят меня, где взяла? Я такого мальчишку сладкого. Кажется, отбились. Да, кажется, отбились.
что делаешь? Я ничего не делаю. Нет, это мне подсунули. Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Вы кто? Я всадник тридцатника. Примите и распишитесь. Дар первый. Ипотека. Оплачивать ее тебе долгие-долгие годы, твоим детям и твоим внукам. Дар второй. Настолько. Чтобы разукрасить серые будни в еще более серый цвет. И святая святых всех тридцатилетних. Дар третий. Пакет с пакетами. Ну, с днем рождения, удачи. Спасибо. Ребят, прикиньте, там сейчас... А что здесь происходит? Соф, это... Слушай, уже поздно, мы поедем. Смотри, там на 9 вечера. Да, уже 9! Кто на пульте сидит? Вызывай такси. Кто на пульте сидит? Пусть говорят, что начнется. Ребят, ну может тогда хоть в лото сыграем? В лото? Соф. Слушай, а что-то мы с тобой, по-моему, давненько не ходили на свидание. Мы сходим? Ура! У нас на свидание позвал! Наверное, будет делать предложение! Ну, наконец-то повод шикануть и выгулять роскошные труселя с Алиэкспресса. Свидание, значит? А деньги он где возьмет? Он тебе уже сколько времени айфон купить обещает, а все не на что. А на свидание, значит, есть, да? А чего это он нас так внезапно на свидание позвал? А может, это потому, что он нам изменил? Ах он, мудак. Да пошел ты, мудак! Ну, ладно. Да блин, как это сказать-то? Какой-то сериал, ни одной серии не видела. Никит, а ты помнишь, какой сегодня день? Так, день, сегодня же точно какой-то день. А, это наша годовщина. Или полгодовщина. Или 8 марта. Хотя сейчас апрель, но вряд ли. Я понял, это день, когда мы перестали выключать свет в спальне. Или день, когда я перестал грызть ногти. Или день, когда я перестал грызть ее ногти. А, это день рождения моей дочери. Хотя откуда она знает про мою дочь? А, я понял, это день инаугурации Путина. Хотя мы столько не встречаемся. Хотя столько вообще никто не встречается. Все, мне надоело. Соф, я не помню, какой сегодня день, но с тобой каждый день как праздник. Ты у меня такой романтик, оказывается. Да, а какой день-то? Четверг. Четверг, ну ты мне не сказал, я в телефоне посмотрела. Ваш парень тоже немного расплылся. Сейчас я покажу, как привести его в форму. Никит, срочно принеси телефон! А где он? На кухне. А, нет, он на подоконнике, наверное. Слушай, нет, он в ванной, посмотри. Слушай, может, он в диван закатился? Посмотри там. Ага. Закончили упражнение. Так, давай, двигай. Двигай на меня. Нет, давай в обратную сторону. Заходи вот сюда, вот туда двигай, вот туда. Нет, слушай, фигня. Давай вот в эту сторону, давай вот туда заходи и двигай. Давай, туда. Ага. Давай поближе к телеку, ты не видно же ничего. Двигай. Молодец. Угу. Никит, достань мне вазу. Угу. Давай, прыгай. Выше. Еще маленечко, давай. Прыгай. А я-то хорош. А вот Софа. Соф! А! А сходи-ка с телефоном на кухню! Сейчас.